Друзья, здравствуйте, вы на канале Русма Channel. Всем доброе утро. Выходной день, я сегодня решил съездить на дачу одним днем, буквально, без ночевки. Жара стоит неимоверная, по 30 градусов днем. Так что сейчас время 7 утра, показывает уже плюс 20. Завел машину, сейчас буквально минуту, и выезжаю. Я сегодня один, Наташа решила одним днем не ехать. Вот, основная задача — поехать, значит, полить немножко, потому что я не знаю, когда получится у нас в следующий раз поехать, полить. Конечно, получается накладно и дорого туда-обратно съездить, 160 в одну сторону, 160 в другую, чтобы полить. Но одновременно, если я планирую, получится и подстричь газон, наверное, ну вот, постричь и полить. Ну, в принципе, все, наверное. Завтра мы должны быть дома, должны строители прийти, но я что-то на 99% уверен, что ничего не состоится, потому что сосед снизу поменял свое решение и решили стояк не менять, а зависеть мы от него. Если первый, второй этаж были недоступны, третий отказался, а мы живем на последнем, на четвертом, то тем более нам ничего не светит с холодной водой. В общем, такая проблема с соседями, что с ними никто никак не может договориться. Строители уже махнули рукой. Вот, останемся, наверное, с прежней водой. Очень жалко, конечно, трубы старые. Но вот еще у нас предстоит отопление. Стояки отопления, надеюсь, будут все менять, потому что их, грубо говоря, посрезали. Лето пройдет, наступит холода, так что это будет, наверное, обязательная замена. Все, друзья, выдвигаюсь в путь. Время 7 часов, как я повторю. И до встречи на даче. На дачу, время около 10 утра, сегодня так вот рано получилось. Взял, мама говорит, ключи взял от сарая. В общем, на улице сейчас где-то 22, но сегодня ветерочек немножко, так вроде не такое пекло, как вчера было. Сейчас время терять не буду, переоделся, я сегодня по-летнему, видите, шорты из города взял, мои дачные. Достаю эту косилку, какого буду траву косить. Ну вот, а с опалубкой я, конечно, подожду, когда вся эта жара спадет. Не знаю, сколько это, неделя, две продлится, не к спеху. Потому что песок таскать, цемент месить, все это на жаре очень тяжело. Все, я сейчас, значит, выкатываю, буду начинать работу. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I... Спустя 3 часа, полюбуйтесь. Травы много, конечно, но нас спасло то, что соседка Тамара забирала себе. И мама на грядке везде под картошку положили мульчу еду. В общем, вот так вот у нас все, как всегда, футбольное красивое поле. Я хочу дойти до речки, помыть ноги. Ноги, если обратите внимание, вот такие вот. Это от зеленой травы, от всего. А еще хотел сказать, что советом мудрых этих садоводов яблоню отрезали, которая засохла. Вот здесь садовым варом таким залепили. А вот эти вот ростки, которые идут, их оставили. Здесь то же самое. Сухую ветку отрезали, вот там ростки оставили. Не знаю, поможет это, не поможет. Хуже это будет или лучше, покажет время, выживет или не выживет.
Все, друзья, я пойду до речки пройдусь и немножко ополоснусь. Прокосил еще дорожку, вот здесь закончил, не хватило меня уже терпения. Ну вот, от участка здесь, наверное, метров 70-80, наверное, прокосил. Вот в следующий раз, к спеху. Она не мешает, просто, чтобы хоть дорога вырисовывалась. Так, друзья, на нашу речку знакомую пришел, где мы воду набираем. Тут более-менее глубоко, я, конечно, слезать не буду. Здесь прямо стоя, сейчас помою ноги, взял ведерко на всякий случай. Отмыться хотя бы чуть-чуть. Вода прохладная достаточно, наверное, градусов, не знаю, мне кажется, градусов 17, наверное, 18, не больше. Здесь потому что не стоит, а все-таки какой-никакой, а немножко поток есть воды. Там что, с пятками творится, все зеленое. Немножко можно пилинг сделать. О. Хорошо, когда воды вдоволь здесь. Ура! Нет, тело привыкает. Но здесь я что-то не рискну. Тем более я к купанию не подготовлен. А здесь бывает машины ездят. Так, чуть-чуть, главное, ноги, руки, лицо. Все, друзья, собираюсь домой. Наверное, скоро будем обедать с мамой. Беру шапку свою и топаю до дачи. Друзья, время чая пришло. Взяли сюда стол, этот, на котором посуду моем, перенесли в тенек за бытовку. Мама сделала кабачковые оладушки со сметаной. Сейчас чайник нагреется. Здесь хотя бы ветер продувает. Правда, слепни летают. В общем, пьем чай. В принципе, все, время 4 почти. 4 часа. Надо уже будет маму завести и ехать в Питер обратно. Вот. Такие дела. Заехал, друзья, на мойку сполоснуть машину. Давным-давно не мыл. Хотя бы немножко от пыли, да, от птичьего помета. Так, летний душ для машинки. В общем и целом произвел. Вот только что здесь смола. Смотрите, какие. Где-то проезжал я дорогу, делал. Это надо обезжиривать, снимать такие шлепки смолы. Все, выезжаю, друзья, в Питер. Заеду на заправочку. Вот. В принципе, наверное, все. Все, друзья, небольшая поездка окончена. Сегодня как бы таких без особых событий. Поездка одним днем, без ночевки, без всего. Не торопясь, за два где-то с небольшим часа доехал. Я уже во дворе. Все. Всего доброго. До новых встреч. До новых видео. До свидания. I build tall, never capped in space.